сделал передачу. И Муранова встречает силовым приемом сейчас Владислав Провальнев. Ну, причем там, да, там и Провальнев не маленький, и Муранов не маленький. Увидел в самом конце и сумел подстроиться. Каменев! Хорошая позиция! Бросок и гол! Владислав Каменев! Герой меньшинства. Герой был вознагражден заброшенной шайбой. Две секунды до окончания второго периода. Пропустили контратаку динамовцы. И действительно, так вот хочешь не хочешь, а вяжется здорово.